Не планировал этим заниматься никогда, а сестра у меня работала в детском саду музыкальным руководителем. И вот приходит и говорит, мне нужен Дед Мороз. Я говорю, давай попробуем, у тебя должно получиться. Пришел я в детский сад и, откровенно говоря, растерялся. Одели на меня костюм, там загримировали. И только я вышел в зал к детям, и у меня пропало все волнение. Я увидел их глаза, я просто вспомнил свое детство, как я вот так вот смотрел. Вот и я, поди заждались, всем детишкам мой привет. Вы, я вижу, постарались, краше елки в мире нет. Я люблю того, кто весел, я ведь Дедушка Мороз. Если кто-то нос повесил, пусть поднимет выше нос. Я точно помню, что это было в студенчестве, по-моему, после третьего курса института или четвертого. Мама рассказала мне о том, что можно подрабатывать Дедом Морозом. У кого-то из ее знакомых есть прям школа-студия, где обучают. Оказалось, что для того, чтобы стать Дедом Морозом, многого не надо. Нужны рост, брови и бас. Все, что тебе и есть. Как раз именно, да, по этим трем параметрам я подходил. А всему остальному обещали научить. Всем привет, меня зовут Влад, мне 19 лет, и я волонтер Белорусского Красного Креста. Смотря на детей, у которых нет ничего, должен быть появиться какой-то человек или какая-то организация, которая может сделать им праздник. Проще сказать, а кто, если не мы? Пока у меня есть свободная минутка, свободный день, я могу вот съездить, удивить людей вместе со своей командой и подарить немножко волшебства. Нас можно считать молодым Дедом Морозом и молодой Снегурочкой. Мы отработали прошлый год, выполнили 54 заказа, проехали 1200 километров. Вот, мы помогаем Деду Морозу и Снегурочке поздравлять деток, дарить подарки. Это очень хорошее, интересное занятие. Весь день был распланирован настолько сильно, что не было времени на обед, даже на остановку в кафе для перекуса. Поэтому Дед Мороз вел машину, а Снегурка отвечала за собойку, за маршрут, как настоящий штурман в раллийных гонках, который говорит, так, час направо, срочно опаздываем к Петеньке. Самое сложное, мне кажется, не общение с детьми, а именно нагрузка, я бы сказал, именно войти в эту роль, и правильно работать с голосом. У нас был заказ «Детский дом», там, где было очень сложно, что мальчишки, в основном были мальчишки, там, 7-14 лет. И мы рассчитывали на мальчишек 7-14 лет. И выходит первая Снегурочка и видит первый ряд малышей. Хорошо, что у меня загадки были, которые для малышей уже выучены. Там выкрутились, да, но вообще каждый заказ кажется, ох, будет легкий заказ, нормально, все. Приходишь, а там что-то неожиданно. Едешь, думаешь, ой, вот это, наверное, будет сложно, а там просто все гладко. Вот. Ну вот каждый заказ просто едешь, вот ты не знаешь, как куда. Как приключение. Как, вот да, настоящее приключение.
это огромное количество детей, они готовы тебя порвать и разорвать. Это очень тяжелая физическая работа. В этой шубе ты мокрый, абсолютно весь. Это очень тяжело, и дети, они, конечно, сходят с ума от счастья. Но одновременно это одна из самых позитивных работ в мире, потому что та энергия, тот позитив, который дарят дети, это просто что-то невероятное. Честно, лучше подзарядки я не видел. Лучше счастья, лучше радости, лучше публики. Для меня сложного ничего нет. Я когда вижу счастливые глаза детей, я вспоминаю свое детство. Я играл в прятки с детьми, мне завязали глаза. И я предварительно видел, там в зале родители, все. Но так не запомнилось ничего. А вот когда запомнили, глаза закрыли, играл я, кого поймаю, заморожу. И вдруг вот одного словил случайно, а дети, они ж так, ты вот так вот ходишь, пытаешься их поймать. И там детки были и крупные, и тут слышу, раз кого-то поймал, и от меня уходит, а я выворачивается из рукоя вперед, и слышу смех в зале. Как потом мне рассказали, я поймал воспитательницу, она такая объемная, и она от меня уходила, а я ее аж в нишу под батарею загнал. Мы вошли к мальчику, который должен был увидеть Деда Мороза в первый раз, и я радостно там в дверях, о-хо-хо, иду. В общем, мальчик спрятался под кровать и заплакал. А ведь нам оплатили заказ, и надо было что-то делать. Так что свой первый заказ, я и моя Снегурочка, ее звали Надя, мы провели, стоя на коленях, опустившись вот так под кровать, потому что мальчик выползать оттуда совершенно не собирался. И всю 15-минутную программу нашего поздравления мы поздравляли его под кроватью. Тут даже и просовывали подарки. Главное, это дети не должны были знать. То есть они меня не узнавали. Ну, может быть, это актерское мастерство или что, но я привык, я так гримировался, менял голос. Для меня было самое главное, чтобы они не знали. Когда последняя елка у сына была в саду, жена говорит, ну, давай посмотрим, как он будет реагировать. И вот после елки заводят моего сына там, где я переодевался, и я при нем тихонечко снимаю бороду, снимаю грим. Вот представляете, прошло столько лет, много, это уже сыну 39. И я запомнил глаза его, они расширяются. С удивлением он видит, что это его папа. Нас навигатор завел не туда, завел в какие-то огороды, дворы. Поле мы приехали и застряли. Застряли, а время подходит, что нас же там ждут. Я говорю, Саш, там по 200 метров до этого пункта назначения нас какие-то сараи завело просто вот в какое-то поле. Мы машиной пока разворачиваем, зимой же заметено, а там дороги нормальной нету. Попали в какой-то камень, выехать не могли вообще. Говорю, так, пошли отработаем, а потом будем решать, что там, как там. А потом попросили, сходили. Деда Мороза достали из сугроба, и мы поехали дальше. Однажды случай приключился. Ну, такое тоже бывает редко по жизни. Служил я 37 километров от Минска, это околица, военный городок. А тут Минск. Один из наших товарищей, домик, где напротив цирка, он жил, и я к нему пришел поздравлять детей. Спускаюсь вниз, открывается подъезд, и навстречу мне заходит сотрудник, который со мной служил, майор Ивахненко Петр Григорьевич. Грех было не воспользоваться случаем. Я его зажал, говорю, с Новым годом, внучек. Начал ему мозги вправлять и рассказал ему, а я о нем знал столько, что вот вы понимаете, вот, ну, прослужить с людьми больше 10-15 лет, я ему как начал, впервые в жизни видел, как человек бледнел, потел, краснел, недоумение в глазах, откуда все это, единственное, о чем жалею, что в конце признался, кто я. Можно было заработать, ну, наверное, двойную среднюю зарплату. То есть тогда это можно было заработать $1000 за 10 дней, что для студента было прям вообще круто. Я это бесплатный Дед Мороз. Я сразу сказал, что денег я не беру. Для меня это было удовольствие. За 30 минут программу от 50 рублей. Где-то так. Это начиная от, ну, не 31 числа. 31 числа это рублей от 70.
получаю приятные слова, то, что когда меня говорят, то, что меня любят, это правда, то, что говорят, что я красивая, это правда, то, что говорят, что есть Дед Мороз, это всегда правда. Ты в первый раз понимаешь, так вообще ты любишь детей или нет? Потому что, ну, нельзя понять по младшему брату, любишь детей или нет, потому что у вас куча конфликтов, куча моментов, которые надо делить, и куча обязанностей, которые ты должен как старший брат порой выполнять. И поэтому ты можешь сказать, что да, я люблю детей, у меня есть младший брат, вот, но это будет не до конца искренне. А вот когда ты поработаешь с детьми 10 дней, когда ты поймешь, что такое, когда они пытаются на утреннике тебя окружить, завалить и распотрошить твой мешок вместе с тобой, когда они дергают тебя за бороду, или когда они влюбленными глазами сидя у тебя на колени, рассказывает тебе стихотворение, и у тебя сердце разрывается. И ты в этот момент понимаешь, ух ты, класс, теперь я точно знаю, я люблю детей. Самое главное, что я могу сказать про этих детей, что их не надо просто жалеть, что с ними нужно общаться, как вы со мной или как я с вами, как обычными людьми. Если они говорят, что тебя любят и то, что им все понравилось, это правда, то, что они никогда не врут. Они мне дают энергию, просто. Почему я всегда люблю это, оно, я даже чувствую, что после того, как я провел утренник, оно тяжеловато уже в возрасте, понимаете, потому что выходишь, вспотел, там все, но я чувствую заряд, такое вот удовлетворение. Нехорошо, когда родители рассказывают детям, что Дед Мороз не настоящий, они теряют, дети, сказочное чувство. Понимаете, когда что-то знал, и вдруг раз у тебя разрушилось это чувство. А детство, оно должно быть счастливым, оно должно быть без пятнышка. Человеку важно во что-то верить, любому. Маленькому человеку, тем более. И вот эта сказка, и эта радость, и то, что жизнь в первую очередь это счастье, несмотря на всю трагичность ситуации, как ни крути, всех в итоге. Мне кажется, дает какой-то большой, серьезный, сильный, позитивный заряд. Потому что, можно сказать, в нашем не таком приятном, можно сказать, хорошем мире, где не всегда есть добро, должна быть хоть какая-то частичка волшебства, в которую всегда можно верить.